пока прямо идем. Всем привет. Едем в Абхазию. Вызвали эвакуатор. Супер место, конечно. Хорошо, что тут отелей нет. Пили форель с сыром и с мясом. Интересное дерево. А вот это рыбзавод. Рыбзавод. Всем привет. С вами рассказы о том о сём. Идем в сторону рыбзавода и дальше. В сторону мраморного замка. Вот рыбзавод. Подводные скалы. Через него он проход к морю видно. Пешая прогулочка. Погода успокаивается, все хорошо. Как бараки старинные издалека смотрятся. Интересное дерево. Во! Как платан оно. Это платан. Платаны. Похоже. Горлица. Кукует. Ой, кукушка. А вот бунгало-то, Свет. Эти доходили, блогеры тоже. До них. Магазин, продукты в глубине. Это в горло сотили, конечно. Обычный голод, наверное, не поймешь. Тут их не разберешь. Пятиэтажка. Третью, да? Ага. Уютная площадь. Небольшая площадочка. Пока прямо идем. Пальма крутая. Вокруг агава. Мусорка полная. Маршрутки отсюда, наверное, ходят, мне кажется. Парус, гостевой дом, или что, гостиница. Апра. Вот автокемпинг, где с машины-то, помнишь, говорили, там 300 рублей. В общем, 1000 в сутки получается. Машина, место, человек, что-то типа того. Коровы звенят бубенцами, колокольчиками. Петухи, собаки. Село, что вы хотели. Зато Дель Мар. Кафе. Дель Мар. Столовая. Мамалыга. 7 до 22. Бунгало. И там, похоже, уже песчаный пляж начинается. На марийских номерах тоже тут машину видел. Парковалась. С Козмодемьянска, да? Ребята, вот были. Вот мы дошли до песчаного пляжа. О, красивая гора. Вот, похоже, там скала в море. Надо доплыть до нее. Это и место посмотрим. Для богатых людей, состоятельных. Потому что жилье прямо на берегу моря. Тут все оборудовано. Песочек.
по красоте. Вот смотрите сами. Народ вокруг нее плавает. Не хуже, чем в Турции. Вот там, где волны, там скала. Сейчас я туда пойду. Камеру возьму. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success. Неожиданно наткнулся на очень большую кучу из пивных банок жестяных. Что они тут делают? Что-то тут дебаркадер, что ли, тут какой-то стоял. И с него кидали. Плавучее кафе, даже не знаю, как объяснить. Откуда, кто знает, подскажите. Жена меня поснимала, как я немного подельфинил, попозировал, поплавал, понырял. На релаксе.
А дельфинов так и не видел. Зато прогулочные тут ездят прямо это рядом с берегом. Говорил, ну, вроде уже. Надо следить. Их винтов не так уж и слышно. А тут мелких рыбок поснимал. На прозраке. Это барабулька, по-моему. С усиками, видите? Да, мелкая. Вот у нас квест пошел. Пройди 10 луж. Перепрыгни. Эта машина также будет ехать, да? Дын-дын-дын-дын-дын. Вон, камеру у людей стоит. Да. Без камер сейчас никуда. Сайдинг. Мутная рептичка. Утка, что ли? Красноклювик-то этот. У нас такие же. Вот. Я их и снимаю. Эй, ой, какие большие. А вторая идет, типа, остановилась. Давай, давай, иди. Че встала? Кого ждете? Народ привезли. Вон сюда. Дорогой. Или недорогой, но, наверное, дорогой отель, который везде есть, на карте даже. Ну, тут уже все сухо. Но, судя по траве, тут такие водоросли мощные. Ну, трава. Фу, пахнет канальей. Канализация здесь. Что там? А, ну, я видел. Она думает, что я что-нибудь, да? Он сопровождает нас теперь уже, все. Покормили человека.